Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы с тобой сегодня продолжаем играть в игру The Isle. На нее вышло уже, наверное, как 2 недели или, может быть, недельку обновления, 2 обновления. Первое обновление добавило нам новых Дина, 2. Это Пахицефалозавр и вот он, мой герой, Сушуамимус. У него, кстати, сначала голограмма была Велоцираптора, только ее сейчас поменяли, слава богу. Но еще добавили патч на оптимизацию, потому что добавили новые текстурки. Гигу, как я понял, почему-то убрали, ну, в списке респы сначала. Может быть, он сейчас опять появился или нет, я не знаю, но когда выходило первое обновление, то за место Гиги вот был вот этот вот Сушуамимус Адольт. Я просто не могу запомнить, как его звать, я бы его назвал Барионикса, но вы на него взгляните просто. Я бы вот его назвал Барионикса. Он у меня сейчас взрослый лосый. Я его уже тогда отрастил, я немножко поиграл. Серия, к сожалению, не вышла, которую я записывал, потому что там звук не попал, короче. Вот такая вот жопа случилась полнейшая. Но я могу показать вот прямо сейчас тебе кадры из той записи веселенькие. Да брось. Не нужна она тебе. Ну не надо, ну не ешь, братик. Воу, да у него целая пати. Охренеть. Охуеть. Нет, блядь. Так, ну ладно. Сейчас. Мне надо тут попитаться. Я живу до сих пор вот на своем этом болоте. Ой, не на болоте, а на озере. И вполне мощный динозавр. А, самую фишку, которую добавили за Айл, теперь что-то он медленно плавает. Он намного медленнее стал плавать после второго обновления, но на первом у него была отличная быстрота. Ну, вот это вот наш новый такой хищник. А, ну вот, короче, прикол в том, то, что добавили при респауне динозавров, то, что мы можем выбрать группу Дина, но это до этого было у нас, мы это прекрасно знаем. Но добавили-то самую, можно сказать, пиздатую фичу в том, что можно взять и покрасить динозавров. То есть я могу взять и выбрать окрас. Вот я на своего вот этого вот, ну ладно, Сушуамимуса, я аж имя запомнил, охренеть. Окрас вел беленький такой, он у меня, когда день настанет, вы прекрасно увидите этот офигенский раскрас. А пока мы вот немножко обсуждаем обновление, смотрим на геймплей, разумеется. Как я уже говорил, пахицефалозавр есть у травоядных. Вы, кстати, пишите, хотите ли вы, чтобы я поиграл, попробовал за травоядных, а то я все время за хищников пока гоняю. Так. В пати мы пока проситься не будем, мы так для себя тут ходим, ищем, что поесть. Я просто помню, возле моего этого озера тут дофига ботов спавнилось, только сейчас что-то нет. До этого тут еще трицератоп детеныш утопился, когда от меня бегал, но прикол в том, что я его не хотел совершенно есть, а он взял такую воду и утопился, короче. Вот такой вот он говнюк.
Извиняюсь, то, что очень давно не снимал, прям пипец как извиняюсь, потому что мне то некогда, мне то дела, то еще что-то, настроения просто нет. Но вы сами знаете, кто захочет, например, смотреть ролик с автором, у которого кислое настроение. Зачем такой ролик нужен? Что-то пока вот бота не слышу, вообще не слышу бота. А надо их пахать. А, кстати, вот прикольно вот в этом Дина, то, что он не так уж и много и ест, но и послабее немножечко саротозавра. Но аллозавру, я думаю, врезать может. Я пока не пробовал им сражаться, но выживать на нем так прикольненько. Нормальный Дина. Что-то вообще пока не могу найти что-то. Спинозавра, вон, говорят, ходит. Я еще не смотрел. Может быть, мне за спину уже можно поиграть. Хотя многие говорят, что это динозавр доначный, который стоит целых 400 рублей на сервере. Я охренел, конечно, то, что он вообще что-то тут стоит, этот сортной спинозавр. Целых 400 рублей, друзья. Уже вышла сабнавтика Bevel Zero, которая стоит 431 рубль, как самая первая сабнавтика, которая выходила, она тоже стоила 431 рубль, по-моему. И вот сейчас вот выходит, уже вышла Bevel Zero на раннем доступе разработки, ее сейчас можно приобрести спокойно в Стиме. Ну и, короче, вот спинозавр стоит целую сабнавтику Bevel Zero. Я офигеваю. Нафига вот так вот донатить, вот что-то сюда, и играть так. Зачем? Вот кому это надо отдавать 400 рублей за спинозавра? Вот представь, вот, не плати уж, не донать такие игры, чтобы играть за каких-то новых динозавров. Потому что я тебе отвечаю, на эти 400 рублей можешь себе жарачи закупиться до безумия. Ты можешь офигенски поесть на эти 400 рублей или офигенски провести время с друзьями. Зачем тебе платить 400 рублей вот за какую-то игрушку? Ну, как сказать, игрушку за перса в игре. Что-то ботов совсем нет. Ну вообще, да, сейчас серия вот эта вот будет недолго. Это ознакомительная серия, чтобы вы посмотрели вот на нового Дина хищного Сушомимуса, да? Сушомимус. Во, Сушомимус. Адольф. Уже даже подписывают Адольф, мне вот это вот нравится. Короче, все прекрасненько. Опа, вот бота услышал, наконец-то. Разумеется, если я сейчас потом сегодня буду еще играть, я запишу, как мы играли в пати с пацанами. Ну, просто одному играть, если честно, не в кайф иногда. Вот если с друзьями играть, то, пожалуйста, вот в пати с такими же динозаврами. Так. Вот слышу, да. Ботик где-то тут, ага, попался. Вот заметили, вот камера отдаляется, когда начинает бежать, вот смотрите. Прикольно сделали, да? Ну и FPS это, конечно, подубавило так нормально. Ну давай, поешь ты уже. Офигеть, вот, видали, подвисло, да? Голод. Все еще... Офигеть, вот посмотрите, я теперь могу на значки. Мутации, к сожалению, еще недоступны. Еще разработчики наши дорогие не вывели мутации. Зато вот у нас теперь вон 75% воды подписывает. 79% голода. Раньше такого не было, чтобы подписывало что-то. Сейчас раньше ничего не подписывал. Вообще вот мне нравится то, что теперь могу спокойно выбирать Дина и придумать ему свой уникальный окрас.
Сейчас, кстати, когда день настанет, я постараюсь вам показать, как у меня тут динозавр мой этот покрашен. Что-то вот сейчас вот FPS так просело. Вот тут почему оно тут так просело-то? Ну да, вот есть такие сейчас штуки после обновления. То, что проседает где-то FPS. Ботов пока не вижу, не слышу. Сколько игроков на сервере? 75 человек. Зашибись. А у кого тут ник-то? Фиговый аж. Анатория. У кого тут ник оскорбительный? Так, вот сейчас вот каких-то динозавров слышал, не знаю, послушаюсь меня или нет. Но сейчас вот у нас уже рассвет. На промо. О! Блять. Админ говорит то, что оскорбительный ник на Мезозой Survival. Рома. Ну, возможно, да, и оскорбительный, только я просто не знаю, как тут админов зовут. Так, ну вот, наконец у нас денек настал. Травки вон сколько всякой. Оптимизация, конечно, в натуре рулит. Ну вот так вот у меня, короче, он выглядит. Вот такой вот у меня беленький. Тут спинку такой красненький, розовый. Вот такой вот у него окрас чётенький. Вообще. Прям видно то, что состоятельный. Похавать бы еще чего-нибудь. А то так... Беда с хапкой совсем. Карту, кстати, сделали здоровую за прям громадную, я бы даже сказал. Так, а на превьюшку-то что, можно будет лепить? Во-во-во-во-во. Хорошо. Хорошо, только прекрати волочить голову, пожалуйста. Ай. Так, давай-ка вот так сделаем. Включаем чат. И попробуем щелкать. Нащелкать, короче. Не, ну хочу сказать, нормальный так кадр получается. Ну вот. Еще вот этот вот. Хотя ладно, не будем. Ладно, возвращаемся в групповой чат и продолжаем охоту. На превьюшку у меня фотка есть. Так. Честно сказать, не понимаю, куда тут все боты подевались, такие деловые. Ладно, что-то не следую я своим безопасностям и указаниям. Надо идти на полуприседе, чтоб если что, фигак изменить ускорение. Ну что-то странно, то что я не вижу ботов. Потому что я смотрю, после обновления-то так сушу мимо стал нормально так жрать. Одного бота ему не хватило, чтобы насытиться.
Надо будет мне передвигаться с этого озера куда-нибудь в другие места, потому что оно у меня устаревает. И редко кто ходит, тут один раз спинозавр проходил и все. Так. А, ну да, давайте хотя бы, не знаю, посмотрим его знаменитый рык. Я же вам не покажу. Фига тут окраска, вот сейчас вы посмотрите, что это. Вау. Вот это вот четко, вот это вот четко. Скажите мне, фонарик рыбушку есть. Ну-ка, ну-ка. А если ты станешь? Вообще огонь, вот вообще хорошо. А, так, ну давай, смотри, как он может у нас рычать. У нас на первую, вторая. Хочу сказать, вообще машина. О! Там где-то неподалеку у нас велик. Давай поздороваемся. Или пойдем поохотимся. Интересная тема. Может быть, велика заберем. Велика забрать — эту тему хорошая, классненькая тема. Тут кусты для травоядных вижу. А где велик-то? Что-то просело FPS сейчас. Почему так сильно красиво FPS, я понятия не имею. Да и вообще что-то FPS в игре самой после обновления понизилось. Очень понизилось, я бы даже сказал. Ладно, дорогие друзья, не будем заниматься фигней. Сейчас. Побегу уж отсюда, попью и завершим, так сказать, обзор на обновление. И заметили, цитамины у него так тратится долго, то есть сушанимов у нас может спокойно убежать, если что, от опасности. Вон, кусты добавили. Тут озеро, охренеть, нормально. Ну напейся ты уже. Так, напился. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутен Палк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. И фиг тебя налево.
Какая пизда идет. Ну нафиг. Все-таки тут не сильно безопасно. Ладно, что могу сказать? Всем до скорых встреч. Всем удачи и всем пока.